Всем привет! Я столкнулся с такой проблемой, что на приставке Mi Box 4, это китайская версия, которая выглядит, ну, для некоторых она выглядит ужасно, то есть все на китайском языке, ну, для меня абсолютно приемлемо, то есть я могу ей пользоваться без проблем. Итак, проблема была следующая. Среди установленных приложений нет предустановленных приложений, нет YouTube. Я поставил YouTube как бы модифицированный такой. Он выглядит вот так. И он выглядит вот так. То есть я пытаюсь куда-то зайти, но он не выходит. Поэтому я решил найти версию. Старая версия была такая. Давным-давно пользовались YouTube без рекламы. То есть SmartTube, как-то он SmartTube Next он называется. Я нашел актуальную версию, которая абсолютно четко все поддерживает, все делает. Выглядит она таким образом. Первая ее задача показывать YouTube без рекламы. Ну, основная задача. Выглядит это все вот так. То есть, допустим, рекомендации. У меня английская, то есть русского языка на приставке нет, есть только английский. По умолчанию была установлена версия английская. Поэтому, если вы хотите, вы можете зайти и язык изменить на любой другой, который вам необходим. Также вы можете, ну, кстати, вот страну можно сделать Америка. Немножко другие рекомендации выходят. Аккаунт, естественно, выбран. То есть вот такой. Аккаунт можете войти там, по-моему, не меньше 5 аккаунтов. Ну, по настройкам я особо проходить не хочу. Если кто-то хочет, в интерфейсе можно изменить, ну, практически все, там, начиная с цветовой схемы. Ну, вообще много-много-много. Вот так вот. Так, все, настроечки я не смотрю. Просто хочу показать, как, допустим, выглядит все в этом YouTube. Мы можем канал. Так, а что это за... Вкладка — это подписки канала. Чем уж она отличается, подписки, от канала, я не знаю. Музыка понятна, новости понятно, видеоигры тоже понятно. Мы, кстати, можем какие-то градации эти убрать. В настройках, говорю, тонкие настройки абсолютно. Может быть, можно делать все, что хотите. Ну и еще раз смотрим. Допустим, плейлисты смотреть позже. Это мои плейлисты и мое видео. Вот так вот все выглядит. В общем, ну, мне нравится, что на приставке, на которой YouTube по умолчанию не было, я поставил YouTube еще и без рекламы. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Не забывайте подписываться на наш канал Telegram, в котором всегда актуальная информация есть по различным проблемам, видео о которых я выкладываю. Все.